Я работал электроинструментом, болгарка, ну, шлифовальная, как она, угловая машина. Розетка под столом, надломился, видимо, провод, коротнула, закоротила, ну, короткое замыкание. У меня там опилочки, лакокраска рядом была. Лакокраска, я так понимаю, и дала. Я пытался потушить, но у меня дерево сухое, все, ну, Чем пытались потушить-то? Водой, тряпками. Ну как обычно, как кино показывают. Кто вызвал 01? Как? 11. Как быстро приехали? Ну, минут 10, наверное, я так думаю. Ну, вот. И когда за время, не пока они приехали, огонь сильно успел распространиться? Ну, боюсь, что да. У меня там лакокраски было, но... Достаточно, она же... А ущерб сейчас какой? Как вы думаете, много еще сгорело? Не смотрели еще? Ну, конечно, я туда не заходил. Говорят, была эвакуация из остальных цехов, я так понимаю, эвакуировали? Я не знаю, здесь был, я не ходил. Я тут же сообщил администрации, ну, добежал до проходной, ну, чтобы обесточили эти варианты, все. Ну и подъехали, ребята. Лида, вопрос? Это помещение как-то отделено от основного комбината? Да, да, да. То есть они не могут туда пойти? Да, здесь вот, все, вот она есть, вот она примыкает к этой кирпичной, а как кирпичному зданию. Производство называется ваше? Что это вообще что такое, это? Да? Это цех по перемотке и упаковке стеклохолста. Ну так это официально все называется. И плюс небольшое помещение было, квадратов 15. Столярное производство. Столярное. Деревня. То есть к мясокомбинату в данном случае не относится? То есть мы арендуем. Да, да. А представьте, пожалуйста, какое зовут? Дубоделов Дмитрий Юрьевич. Можно еще раз? Дубоделов Дмитрий Юрьевич. Дубоделов. Дубоделов Дмитрий Юрьевич. А ваша должность? Начальник производства. Спасибо большое. Они меня проклянут.
с этого пикета это видео не хотела монтировать.